Я вас приветствую, дорогие друзья, дорогие любители, поклонники General Zero Hour. С вами канал Blyar TV. И сегодня на ваших экранах будет особенный реплей. Реплей с Fast Cup, который прошел недавно. По моему мнению, по мнению многих зрителей, эта игра стала, наверное, самой лучшей игрой Fast Cup. И чтобы вы поняли, в чем дело, я поставлю на табло счет, который действительно соответствовал счету в том матче. Игралось до двух побед. Asus и Sonic решали в последнем поединке, кто же выйдет в финал. Ну а спонсор данного ролика... Если вы хотите получать самые интересные свежие новости из мира игропрома и киберспорта, рекомендую вам канал ProView. Регулярно аналитические ролики, рецензии на игры, скандалы и новости киберспорта и экскурсы в историю игропрома. От бывших и действующих игроков и комментаторов киберспортивной сцены StarCraft 2, любящих видеоигры с самого детства. Стоит отметить, что один из участников команды проекта является Басов, один из крупнейших блогеров в мире стратегии. Всем неравнодушным советую подписаться на канал ProView и поставить колокольчик. Ссылка будет в описании. Дорогие друзья, обязательно от меня передавайте большущий привет команде ProView и отдельно Басаду. Ну а мы с вами продолжаем. Не такой частый инфантримирор, который многие ждут уже давно, потому что действительно китайских пехотных, точнее, разборок очень мало. И каждая пехотная разборка — это словно какой-то уникальный момент, который происходит на реплеях. Прямо сейчас два суплая, военный завод казармы от Соника, все стандартно, а тут играет в два суплая и два варфэктори, уже немножечко его стратегии расходятся. И пошел спам постов. На базах плотненько стоят суплаи, потому что есть коробочки раскиданные, ну и также есть коробки на правом фланге и коробочки на левом фланге, плюс вышка. В центре стоят ресурсы. Также есть артиллерийские платформы, как мы видим, которые... Ну, кстати, игроки в матчах, они играли до пехов. Токс против Демо захватывали очень активно эти артиллерийские платформы. И они бомбили пути нати. Проходит один аванпост слева. Так, пошли миниганеры его встречать. Скорее всего, в труповоз село 4 ракетчика. То есть 4 миниганера и 4 ракетчика. Да, совершенно верно. В это время Асус уже готов переходить в третий суплай по всему... видимому, и справа теряется Соника Дозер. Неприятный момент. И также проходит аванпост. Нужно убирать строителя Сонику. Алло. Ай-яй-яй-яй-яй. Соник. Соник. Нет, это Дозер Хант от Асуса. Стартовый провал от бойца из России. Ну и, конечно же, кто не в курсе, Асус лучший игрок Украины. И также топ-1 СНГ. На данный момент пока у нас... еще не стартовала лига, и никак история не перевернулась. Асус уже трижды защищал свой титул топ-1 СНГ. Ну а Соник подсдал в последнее время. Он являлся топом-3 СНГ очень долгое время. Но в итоге упал там за пятерку лучших бойцов. Но сейчас вроде как возвращает свою форму на данном фасткапе. Он рвался к этой игре очень уверенно. И посмотрите, пошел от него пост. Пост полненький, там дракон пытается остановить. Но все, что осталось сделать украинскому бойцу, просто уничтожить военный завод казарм. Все. И он выходит в финал. Да. Бьет аванпост в завод. Бьет в электростанцию. Тут два завода, неприятно. Плюс у Асуса есть уже третий суплай. И у Асуса два дозера живые. То есть за ними Соник особо и не охотится. Естественно, понимая ситуацию, он просто бьет бить своего соперника. Кучу спама и атака за атакой. Что нужно сделать Асусу, если не уничтожить этот барак и завод? Потому что сделать это будет сложно. Соник будет защищать. Конечно же, переждать, когда у соперника просто закончатся ресурсы. Дождаться своего третьего ранга. И все это дело закрыть рангом. Все. Я думаю, что это кажется просто. Но это, друзья, далеко не просто. Потому что сейчас всего лишь первый ранг. 400-600 экспы. Причем Соник по экспам впереди. Так, отбивается пока что Асус, два военных завода живые, оба нужно хилить. И опять ставится казарма, да, электростанция на левом фланге, еще одна казарма, слушайте. Это уже третья казарма будет, да, это третья казарма.
понимает прекрасно украинский боец, что нужно спамить. И здесь справа фланга видим, куча пехоты пошло от Соника, плюс под военным заводом Матута. Здесь он удачно работает своими постами. Правда, дракон. Дракон сейчас главная помеха. Но мне кажется, нужно Асусу больше ракетчиков, больше миниганеров, труповозы делать, а не аванпосты. И здесь сейчас будет Соник закрывать своего соперника в ловушку, словно бьет барак. Нужно бить миниганеров, конечно же. Переключаться. Да, бьет сейчас Соник по миниганерам. Ну и здесь пехоту убивают. Да, также миниганеры. Но есть шанс у российского бойца уничтожить казарм. Асус залезает в одну из них, чтобы отремонтировался, и вышел новый миниганер. Не подумайте ничего лишнего, не по два миниганера выходит. Просто один пацан зашел в казарму. Есть такая функция в генералах. И, в принципе, у всех генералов, да, в казарму пехота может заходить и хилиться, кто не в курсе. И выходить оттуда свеженько. Минус два барака. Очень сейчас ситуация у Соника улучшается, слушайте. Хотя играет, да, человек без дозеров. Но здесь, видите, скоро будет проблема в том, что он останется играть в один суплай. Да и уже один саппалтрак куда-то отъехал, непонятно. Дракон стал справа, все-таки справляется Асус на своей базе. Пошли, ребята, на левый фланг. Последний дозер Асуса нужно ловить. Нет, нет, Соник его не ловит. Соник будет блочить казарму тоже, кстати, очень важный момент. То есть здесь ситуация абсолютно двоякая. Либо вы гонитесь за дозером, либо вы убиваете здание, которое воспроизводит пехоту. И соперник, по сути, больше не сможет воспроизводить. И может полностью забрать левый фланг. Да, убегает Тасу своим строителям. Причем за все это время никаких контратак вообще не проводит украинский игрок. Ну и опять готовится труповоз от Соника. Но не хватало Асусу, как мне кажется, труповозов. Да, недорогие, но в 3 суплая играл украинский боец. Сейчас все еще играет в 3 суплая. Но вот вышел труповоз, посмотрите. Но как-то не очень удачно. Асус не выследил свою пехоту, поэтому только один миниганер выживает. Но, тем не менее, справляется. Дракон-то проснулся. Мне сразу вспоминается, был такой один фасткап, где тоже в полуфинале играл Асус против Соника. У них тогда была China Mirror. Вот такая вот судьба. И где Соник побеждал Асуса, он вел в игре и очень трагично проиграл. Очень трагично проиграл. Если данная история повторится, мне будет очень жалко, если честно, Соника. Тогда как раз таки он забывал свои драконы, которые должны были делать дела. Но сейчас не забыл. Сейчас не забыл, но не удалось электростанцию убить. Зато подошло два поста. И да, 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 труповозы. Ну, позднее решение от Асуса, труповозы спамить. Очень позднее. Надо было раньше это делать. Проблема Соника в том, что враг пришел на базу, бьет казарму, а уничтожить его нечего. Можно раздавить, попробовать. Но у него дела похлеще. Военный завод был минус. Самое, что интересно, суплай также был минус. Последний военный завод остался Асуса, но он все еще может отстраиваться. Две казармы ставит на левом фланге, готовится к атаке. Туда пошел уже аванпост от синего бойца. Ну и барак выживает. Проблема вся в том, что у Асуса практически третий ранг. У Соника он есть, он захватывает, кстати, вышку, но проблема Соника всем известна. Ему не построить свой командный центр. Бункер пошел от Асуса, и это великолепный шанс за дозер хантить. Эх, Соник какой, куда бункер бьет Соник, ё-моё, не законтролил, что ли? Эх, дозер выживает, пост в никуда сливается, куча пехоты Асуса спасло. Ну вот сейчас, после такого доминирования, несмотря на то, что нету, да, у российского бойца дозеров, Асус, мне кажется, выходит по доминированию вперед, потому что у него есть дозер, он сейчас может отстроить спокойно командный центр, у него есть два барака, он строится, ресурсы какие-никакие остались, суплай работает. Хотя, может быть, я и поторопился, но здесь, ой-ой-ой, вскрываются просто-напросто. И труповоз, и аванпост, и будет дракон, будет жарить. Да. Если здесь Соник не отконтролит, ситуация будет просто ужасной. Справа фланга миниганер вылавливается, у него есть, кстати, захваты. Да, и Соник здесь давит своим постом. Да, вышел дракон, и неужели Асус? И не Асус, извиняюсь, Соник. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, то, о чем я и сказал, да. Поплыл немножко российский боец. Опять же, драма на про-сцене. Фасткапа, полуфинал. Но будет идти вперед. Будет идти игрок из Армавира вперед. Вперед, вперед, вперед. Немножко подхилился дракон. Так, с двух сторон, кстати, Соник заходит. И там посты есть. Дракон минусуется, можно забрать военный завод. Нужно его забрать.
Асус отстраивает свою команду центра, поглядите. И пошел в контратаку, куча пехоты, чем отбивать? Два миниганера, здесь толпа миниганеров. Наконец-таки Асус отправляет в контратаку бойцов. Давно пора. Так, немножко Соник пока встал, все-таки движется дальше. Здесь еще один вражеский аванпост. Так, если чем принимать-то, е-мое, труповоз хотелось бы увидеть на самом деле. Соник отправил труповоз в атаку. А чем защищаться-то? Выходит аванпост, и мне кажется, что казармом, да, российский боец теряет, уничтожает вражеский военнозавод. Но здесь, Асус дрифит. Соник, не стой, нет, Соник стоит, Соник не уничтожает дозер опять. В который раз был шанс с миниганерами это сделать, бьет команда центр, но... Увы, ах, у Асуса есть третий ранг, он сейчас уничтожает базу Соника. Ничего с этим не поделать, ой, извиняюсь, и пойдут еще и повышения, да. Со полтрака Соника поехал, уничтожается здесь военный завод. А, Соник перехватывает, поглядите, военный завод. Здесь команда центра Supply, Асус тем временем уничтожает военный завод. Да, и труповоз вылез от Соника спасать ситуацию, но успевает украинский боец выпустить свои повышения. Нужно продавать командный центр, не успеет Асус его защитить. Боже, какой пот на последних секундах, целая драма. Бьет арт-удар в никуда. Ковровка будет закрывать электростанцию, и остается все, два каленых последних суплая, но нету командного центра, уходит дозер, Соник перехватывает вышку, боже, как разворачивается эта игра, какой мув от Соника, он не преследовал дозер, опять же, он просто пришел и захватил два здания, может быть именно в этом-то и был смысл Соника, он намеренно не килил своего соперника, он хотел захватить себе командный центр, боже мой, какие мувы и дозер. Последний Асуса спасается здесь. Ставит Асус маяк, что захвачен. Захвачена российская платформа. И что? А, успел каркас поставить Асус. И все, это последний каркас, дорогие друзья, от украинского бойца. Но он будет пытаться до конца. Пошла пачка ракетчиков. Тут все, последний суплай, кстати, остался. Не знаю, куда Соник дел. Может быть, продал просто-напросто. Остался последний суплай. Все, загнали дозер. Нет, будут преследовать. Будут преследовать, и миниганер рвется на правильном пути. Неужели все-таки Соник разрывает эту магию от Асуса? Потому что проиграть второй подряд матч в полуфинале. В такой ситуации, когда у тебя было преимущество, когда ты давил, это очень досадно. И Соник, по всей видимости, мстит своему сопернику за чайный мирор. Встал миниганер и не бьет. Но Соник вообще, он такой игрок, он любит издеваться, он любит еще подъехать, командный центр на базе поставить. Но сейчас у него нет дозеров. Асус бежит двумя ракетчиками, но здесь есть охрана. Здесь есть охрана, здесь есть миниганеры. Ждет Соник в другую сторону. Помечает и все-таки уничтожает своего соперника. И выходит финал фасткапа. Кто не знает результат финала фасткапа, я вас прошу, переходите. Стрим есть на канале. Ну что ж, дорогие друзья, обязательно оставляйте свой комментарий, ставьте лайк и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, а также на группу ВКонтакте и Дискорд канал. Ну а я с вами не прощаюсь.